сегодня речь пойдет о организации. Вы знаете, многие из вас знают, как я люблю организованность, как я люблю вообще в целом организовывать весь свой день, месяц. Не то чтобы я живу там будущим, нет, я живу сегодняшним днем, но я дико люблю организацию. И много времени назад, точнее, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году, я наткнулась на охеренный софт, который просто экономит ваше время и организовывает ваши шрифты. Это FontBase. Вот так вот оно выглядит. Я его открыла просто, чтобы у вас было понимание вообще, о чем сегодня пойдет речь. Сегодня пойдет речь не об этой утилите, но в целом. То есть вот организация ваших шрифтов. Вы спокойно можете менять текст на ваш любой, и предпросмотр у вас здесь будет полностью открыт. Также вы можете масштабировать и так далее. Но об этом сегодня речи не будет. Видео уже давно есть на канале о FontBase, поэтому посмотрите, если вдруг вы еще не видели. Сегодня речь пойдет о замечательном софте, называется IconSet. Это такая же организация, но ваших иконок. Если вы на регулярной основе работаете с веб-дизайном, с UI-дизайном, с UX-дизайном, то вы наверняка используете иконки, наверняка где-то храните их в папках, сетами, и все постоянно кликаете везде, чтобы просмотреть. Но есть вот такая вот утилитка. Если что, не реклама. Есть таких много, но я наткнулась конкретно на этот, поэтому его я и скачала. Но если вам вдруг не понравится, скачайте любой другой. Суть одна и та же, в принципе. Эта утилитка подходит на платформы macOS, Windows, соответственно. И все, что вам нужно сделать, зайти просто на сайт и просто скачать. Никакой регистрации здесь нет, ничего вам регистрировать не нужно, никаких аккаунтов. Вы качаете, у вас откроется вот ровно такое же окошко, только вот здесь вот будет пусто. И давайте посмотрим, как это выглядит у меня. Здесь я создала уже себе наборы иконок. Это все бесплатные иконки, найденные в интернете. Это полностью бесплатные для коммерции, для коммерческих проектов, для персональных проектов. Это полностью бесплатные огромные паки с иконками просто на каждый день. И я, наверное, оставлю вам пару ссылок в описании где-нибудь, где вы можете найти библиотеки с бесплатными иконками, которые распространяются полностью бесплатно и открыто. По крайней мере, я постараюсь, потому что я, честно говоря, я не помню. Не помню. Я их скачала сегодня с утра, но я не помню, где я их скачала, потому что я все вкладки позакрывала. Итак, давайте с вами рассмотрим, что вообще из себя это представляет. У вас будет вот здесь в середине пустое окно, и вот здесь вот у вас не будет никаких списков. Вы можете сами создавать свои сеты. Например, нажав на плюсик, вы можете нажать New Set, дать ему имя, соответственно, расставить вот эти вот галочки и Create Set. И тогда у вас появится вот здесь вот каталог. Давайте я наглядно с вами удалю сейчас прям какой-нибудь каталог. Например, Eva Icons. Нажимаем Delete. И давайте создадим его же снова и закинем. Итак, создаем, даем название, соответственно, у нас будет вот так вот пустое местечко. Идем в папку с вашими иконками, у меня это вот, соответственно, идем вот сюда, в SVG-файлы, и просто выделяем. И вот так вот добавляем. У вас будет написано, сколько иконок вы хотите сюда импортировать, вы нажимаете Import Icons и чуть-чуть просто ждете. У меня есть там еще файлики с аутлайном именно, поэтому мы их тоже сейчас сюда же и перенесем. И также нажмем импорт. Собственно, вот здесь вот организация полнейшая ваших иконок. Вы можете их трансформировать для более, возможно, удобного превью, чтобы вам прям отчетливо и хорошо было видно вообще, что происходит. Можете, наоборот, уменьшать. И также, соответственно, вы можете выбрать вашу иконку. Давайте, например, вот. И нажимаем «Копировать иконку». Вы можете скопировать сразу в SVG-коде.
Вы можете копировать их в любом другом коде. Но это, соответственно, наверное, больше все-таки относится к верстальщикам. Но мы с вами скопируем просто пад и нажмем вот так вот. Ага. То есть, как вы можете заметить, у вас скопировался путь, по которому лежит у вас конкретная иконка. Что, кстати, тоже немаловажно, потому что, ну, мало ли вдруг вы путаетесь в папках и не можете найти, а вам вот срочно надо, допустим, кому-то скинуть. Например, вас там друг, подруга попросили скинуть вот этот вот пак, а вы его не можете найти. Поэтому, соответственно, пад — это значит путь. Далее мы можем скопировать просто с вами иконку и вставить ее. Но заметьте, что в иллюстраторе почему-то, я не понимаю почему, хотя это CVG файл и почему он здесь не вставляется, но как сам факт, вставить ее можно. Я смотрела обзоры, ее можно вставлять. Вот. Так что вот такая вот у вас программка. Она супер минималистичная, если что. Вы можете также библиотеку рассматривать прям всех иконок, которые у вас есть. Вы можете выделять фавориты среди своих паков или определенных иконок. В любом случае, это супер минималистичное. Я видела также такие же органайзеры, можно если назвать, такие же ПО, но там можно прям внутри ПО менять цвет иконок. Но я не знаю, в принципе, зачем это. Может, кому-то это удобно, но мне, например, нет. Но чтобы поискать другие и сравнить, какая лучше, какая подходит именно вам, вы можете просто забить icon органайзер в Google и там софт, например, добавить, я думаю, у вас много чего найдется. Ну и, соответственно, в настройках тут все просто. Вы можете отключить название иконки, чтобы оно, возможно, вам не мешало. Вы можете отключить сетку вот эту вот, которую видите по краям. То есть чисто залпом вот так вот листать иконки. Ну и, соответственно, вы можете выключить Dark Mode и поставить на белый, если вам вдруг нужно. И надеюсь, вашим глазам сейчас было не больно от резкой смены цвета. А с вами была Ричи. Всем до скорых встреч и всем пока!